Александр Карташевский, Матадор влюбляется в быков. Валерия Горина, Никита Сыроежанков и Евгений Ульянов. Ну зарекался же я уже, сука, зарекался! Как бороться? Как с этой системой бороться? Ты трогал меня! Это последнее, что ты трогал в своей жизни. Маша? О, привет. А ты как здесь? А, да я вообще не знаю, я гуляла, увидела какую-то драку в середине, ну все бросились, я... Тоже, и вот я в автозаке. Сколько лет? 8? Ну, по-моему, я не понимаю, хорошо ли или нет. В тазак. А ты как тут оказался? Это все инаугурация. Я просто вышел на площадь. Но это не та же страна, где можно нам выходить на площадь и выражать свое мнение. А ты все борешься, да? Да, борюсь. Ну, а вообще, что ты делал все эти годы? Отдыхал на курорте. Каком? 6 лет. Где? Статья 111, часть 1 ПРФ. Тяжкий телесный. Это из-за тебя, сука. Я, да, во всем виновата. Знаешь, лучше всего мне сказать, что ты виноват, да, я виноват. Ну да ладно, какая разница? Знаешь, это хорошая правда. Правда жизни была для меня. Но я не хочу сейчас об этом, ты на чем ты судоражишь? На чем ты же, нам надо говорить здесь, в этих четырех стенах. Она скоро отпустит. Я ни за что, может быть. Знаешь, это очень страшное чувство. Тебя сводят в камеру, в тюремную камеру. А там сидят такие шутки, как и ты. Даже не знаю, что им сказать. Тебе нужно правильно представиться. Правильно. А что значит правильно? Иначе ты так и будешь гнить сюда весь свой срок у этих четырех стенок. Зачем? Зачем ты завела этот разговор? Я действительно рад у тебя видеть. Даш. Ой, давай к черту, короче. Когда я уходил, я помню, ты же вообще ничего делать не умел. Сейчас ты чем вообще занимаешься? Ты же без меня даже постель заправить не мог. А мы когда расстались, я сделала аборт. Да, кстати, у тебя мог бы быть ребенок. Чего? Какой нахер ребенок? Ну тебе же не нужен был никто, не я, да и он бы тоже. Вот в тот момент я решила, что убью в себе его вместе со всеми этими никчемными чувствами. И в тот момент я решила, что больше мне не сможет никто причинить боль. Я решила, что продажная любовь – это самый оптимальный вариант. Какая нахер продажная любовь? Ты что, тварь, сделал? Я тебя сейчас, сука, порежу. Здесь, блядь. Мне пух ничего, поняла, блядь? Ты овца. Привет. Да, что здесь происходит? Ты что, блядь? Пошел отсюда, блядь.